Очередной факт бесконтактного мошенничества поставил в тупик тобольских сыщиков. По словам пострадавшей, мошенник звонил прямо из здания полиции. Меня попросили продиктовать номер карты. После мне перезвонили и сказали, что мне нужно отправиться к банкомату Сбербанка и снять деньги. Все это время работник этого Сбербанка находился со мной на связи. Он просил мне прерывать связь с собой. Также мне звонила полиция. Два звонка. Сначала якобы из службы безопасности банка, потом якобы из полиции, чтобы убедить тоболячку, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит. Злоумышленники используют путем подмены. Ранее они использовали, допустим, номер банков, там 900, либо начинается 8800. Сейчас уже дошли до того, что используют с программным приложением телефоны государственных органов и правоохранительных органов региона, либо, ну, как у нас в случае, это в Тобольске. Это телефон дежурной части межмуниципального отдела Тобольска. Не заподозрив подвоха, девушка перевела мошенникам все сбережения в размере 50 тысяч рублей. Злоумышленник заверил, что утром ей позвонят из банка и сообщат, в какое отделение необходимо обратиться, чтобы вернуть денежные средства. Не дождавшись звонка, девушка обратилась на горячую линию банка и поняла, что стала жертвой мошенника. Довольно-таки тяжело отследить, во-первых, путь движения денежных средств. Ну и в том случае тяжело, в принципе, установить лиц, которые совершали данное преступление. Преступления такие раскрываются, в любом случае, есть положительные моменты и в Тобольске, но процесс очень трудоемкий и очень кропотливый. Ну, порядка 13-15% преступлений от именно краж счетов граждан и единственного мошенничества не раскрывается. По словам сотрудников полиции, деньги от граждан к мошенникам могут пройти через несколько счетов, в том числе в банках других государств. И всего-то такая операция занимает от пары минут до пары часов. За 9 месяцев в Тобольске уже зарегистрировано почти 300 похищений денежных средств, совершенных бесконтактным способом. Это почти на сотню больше, чем в прошлом году. Уберечь сбережения поможет только бдительность. Главное помнить, что сообщать свои личные данные, данные счетов и защитных пин-кодов нельзя ни при каких условиях. Анастасия Терехова, Наталья Китова, Рустам Рузеев. Тобольское время.